Мы находимся возле трубы, которая осуществляет сброс химических отходов в речку Упа. В данный момент сброса не осуществляется, видать, у них перерыв. Ну, если посмотреть, то уровень нечистот составлял вот здесь, вот шолош вот идет. Что видно, вот ракурс покажи, пожалуйста. Вон вся эта муляка вот там оседает и идет вниз по реке, что мы сейчас проследуем и посмотрим. То есть здесь сейчас в данной ситуации сброса пока нету. На федеральной трассе Анапа, порт Кавказ. Вот вывеска река Уташ. Посмотрим, что там за река Уташ у нас. Вот она, наша экологически чистая речка. Смотрите, пожалуйста, ручеек. И вот что водоканал нам принес. Кучу всякого дерьма. Ингредулятор, который, вот видите, здесь. Здесь глубина была 1,5 метра. Была рыбка, были черепашки, лягушки. Тут, соответственно, видите, что ничего нету. Все это было вот недавно. Видите, вот все вот, свеженькое. Вот лягушечки бедненькие вон, на берег, которые прыгнули. Вот там ингредулятор наш. Ой, хорошая. Вонище сумасшедшее, просто сплошная химия, просто химия. 1,5-метровая глубина. Вот смотрите, промежность, видите, это федеральная трасса, 50 сантиметров осталось, 50 сантиметров. Никому дела нет, 3 дня шел сброс химических отходов. Ну, поедемте дальше, там у нас еще фермеры занимаются фермерским хозяйством, мы посмотрим, как дела у них обстоят. Вот эта речечка, видите, как хорошая, шел, уровень какой вот шел, видите, водички, чистая, чистейшая вода, экология. Ну, пойдемте. Мы находимся на фермерском хозяйстве. Тут фермер у нас занимается выращиванием персиков. Вот посмотрите, персики. Вот смотрите, персики. Вот люди занимаются. Все затянуто было капельной системой полива, дорогущая итальянская. Вот персики, видите, вот висят персики. Вот грушка у них, все. Откуда же они воду берут? Интересно, вода-то вот, да? Называется раньше был огородный канал, теперь с реки Уташ пускают сюда. Нечистоты. Посмотрим, насколько чистая водичка. Прямо мы уже в низовье от реки Уташ подъехали с девушкой, спустились. Насколько у нас тут водичка чистая. Вот, смотрите, какая чистая у нас вода. Тут много живности разной. Смотрите, ой, водичка. Это ж надо такая вода. Никто не виноват. Не, это не водоканал. А ну-ка наберем в полторашечку. Как же здесь у нас рыбки-то живут, обитают. Люди поливают сады свои, огороды. Ну-ка. Ой, а что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Кристально чистая вода. Бонаква, да, наверное? Вот, смотрите. А! Какая рыба, какие черепахи, какие лягушки, вот что сделали. До сих пор течет, видите, вот. Эта труба, правда, та уже там не сбрасывается, но вот это остатки. Мы вниз по течению находимся 6 километров ниже той трубы злополучной. Ну, поедемте дальше, там у нас фермеры выращивают помидоры в теплицах. Тоже у них капельная система полива. Как же они обходятся, люди, интересно. Ну, поехали. Вот мы приехали к фермерам, которые выращивают у нас. Что выращивают они? Люди что выращивают, интересно, что... А, огурчики! Огурчики выращивают, поливают, наверное, с речки. Ну-ка посмотрим, что они у нас еще выращивают, эти люди. Ага, система полива, да, я думал, они балаболы, капельная, да, итальянская система полива. Ага, эмиторная, да. Огурчики у нас, вот в тепличке у наших фермеров растут, смотрите, огурчики, да, вот. Огурчики хорошие, которые полив требуют, да, огурчики. О, помидорки, девушка, посмотрите, помидорки даже здесь есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, помидорки, смотрите. Помидорки, которые тоже полива хотят, да? Солнце-то сейчас высоко. А это что такое? А, это вот они какие помидоры выращивают. Наши замечательные фермеры, смотрите. Ой, помидорки. Турецкие, наверное, помидорки, да? Ай, помидорки, смотрите. Да, а чем же они поливают, интересно? А ну-ка пойдемте узнаем у ребят, чем они поливают. Да, это помидорки, вот смотрите, тепличка. Там кукурузка. А ну-ка посмотрим, что там они еще выращивают. Ой, здесь помидорки, девушка, посмотрите. Помидорки, точно. Вот. А здесь что у нас? А здесь у нас все пусто, девушка, смотрите. Она вообще воды не любит. Капуста вообще воды не любит, да? Вот воды просит капусточка. Кукурузка, смотрю, перчик там у них. Молодцы люди, да? Надо же это все поливать. А с чем же не поливать? Пойдемте посмотрим, чем поливают. Уташ наша, замечательная река Уташ. А ну-ка, девочки, только аккуратненько здесь не упадите. Ребята тут какой-то настил сделали. И опять же, кристально чистая вода. Ай-яй-яй-яй-яй.
Смотрите, какая чистая вода. Правда, как-то что-то зловоние какое-то химическое. Ну, а так чистейшая. Рыба вроде, да? Девушка, вы сможете пройти показать? Вот, смотрите. Ай, водичка. Ой, смотрите. Ай, вода чистейшая. Смотрите. А, что творят? Это что, как поливать? Ребята, будут фермеры, интересно. А ну пойдемте дальше посмотрим. Что у нас там дальше? Только аккуратно, не упадите. Ты снимаешь, да? Угу. Еще раз подчеркиваю, вонь стоит, смрад стоит. Просто неимоверный. Химических отходов. Вот, ну правда, смрад стоит. Как чиновники не нюхают, не видят, я просто не знаю. И у нас лебеди тут находятся. Все находится у нас. Вот наше заповедное озеро. Чистейшая вода здесь была, водоросли были. Три дня назад. Вон у нас уточки плавают, правда, вдалеке отсюда. Лебеди я вам, если посчастливилось бы, показал бы, и лебедей. Может, мы сейчас ракурс девушки там возьмем. Здесь вот жили у нас нутриандатры, когда водичка была чистая. Смотрите, видите, вот желтники, это смрад, чистейшая вода. И пятно простирается, видите, вон где утки, они сюда даже не заходят. Вон, и начинается пятно, вот круг, к примеру, метров, наверное, 300. По диаметру. Это заповедное озеро. Ну пойдемте посмотрим, куда ж падает. Ой, смотрите, а что это такое? Это плотину прорвало с реки Уташ. Водоканал прямо столько много спрашивает. Опять, смотрите, как течет водичка у нас хорошо. Смотрите, какая чистая вода. Заповедное озеро. Вот смотрите, какая вода. Нечедная грязь. Уяльник Одесский отдыхает. Смотрите, какая водичка. Ай-яй-яй. А как рыбы ее любят, лягушки любят. Ай-яй-яй, смотрите, какая вода. Это что за безобразие, елки-палки. Что, совсем офонарели, а? Третий день звоним всем чиновникам. Вот, смотрите, что я... Вот, дамбу прорвало, смотрите, что творится, куда идет. Что, что это такое, это что такое? Вот, а что такое творится? Это что? Что, Россия, матушка большая, теперь гадить можно, где попало. Видите, заяц палит туда, посмотрите, что творится. Вот, смотрите, смрад какой. Вот, смотрите, вон пятнище простирается, вон пятнище. А лебеди наши, вон они, лебедечки, вон белые, вон они. Манка с этими самыми, ну как, с гусятками, вон. Вот уже где пятно. Ни рыбы, соответственно, ничего. И вот поступает, продолжает. И они говорят, мы ничего не сбрасываем, все нормально. Все нормально у нас. Это пипец, слушай, вообще трындец. Смотри, это что за херня?